Три года в Ленинском районе существует Московское областное отделение Ассоциации председателей многоквартирных домов, инициатором создания которого была активная жительница муниципалитета Людмила Лернер. Ассоциация объединила сотни неравнодушных к проблемам своих поселений людей. Все вместе они решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сфера ЖКХ, она сложная. Три года подряд мы с отделом благоустройства ездим по три раза в каждый двор, который входит в эту программу, и ведем беседы с жителями. То есть у нас полное взаимодействие. По инициативе губернатора Московской области в регионе зародилась традиция проведения открытых муниципальных форумов «Управдом», на которые приглашаются представители местной власти, организации жилищно-коммунального хозяйства, члены ассоциации и жители. В формате «Вопрос-ответ» открыто обсуждаются темы благоустройства. В Ленинском районе в этом году прошло 4 выездных форума в различных поселениях муниципалитета, а итоговый, 5-й, организовали во Дворце спорта «Видное». Мероприятие посетила заместитель руководителя Главного управления региональной жилищной инспекции Светлана Выборова. У нас очень хорошо, хорошее такое взаимодействие налажено между Государственной жилищной инспекцией и Ассоциацией советов председателей многоквартирных домов. Они участвуют в наших проверках, помогают проверять подъезды после проведенных ремонтных работ, участвуют в ходе контрольных мероприятий по подготовке домов к сезонной эксплуатации. На территории Юг, наверное, это самая активная ассоциация, которую вот мы общаемся. Высокую результативность работы Ассоциации многоквартирных домов и форума «Управдом» отметил и глава Ленинского района Валерий Венцель. Он напомнил всем присутствующим, что администрация муниципалитета всегда готова к конструктивному сотрудничеству и делает все, чтобы жизнь людей была комфортной, особенно в непростой зимний период. Зимний сезон у нас открыт достаточно активными осадками. И здесь основная задача всех служб района, всех контролирующих органов, в том числе, чтобы территория, особенно общественная территория, наше пространство, наша дорожная инфраструктура была находилась в нормативном состоянии, вовремя убиралась, и реакция на какие-то замечания от наших жителей была своевременной. Так или иначе, почти все вопросы гостей были посвящены уборке улиц от снега. Также людей интересовала тема раздельного сбора мусора. Напомним, с 1 января будущего года в Московской области вступает в силу закон о сортировке бытовых отходов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.